В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту обнаружения антинациональных надписей на ограждении православного храма. В ночь со 2 на 3 ноября в районе рынка Селенские и Сады неустановленные лица черной краской нанесли на ограждение храма покрова Пресвятой Богородицы надписи, призывающие к национальной неприязни по отношению к русскоязычному населению. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности какой-либо социальной группе, совершенные публично. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.